ты говорю, это на самом первом идти. Получается, она летит, да? Ой, полный экстрим. Вот это да. Я поддерживаю, чтобы она не убежала никуда. Такой рамочки. Вот такой рамочки. Девочка совершает полет. Полет. Пишу. Девушка, поделитесь, пожалуйста, девушка, поделитесь, расскажите мне, поделитесь мне, расскажите ваше состояние, что было с вами? Мне просто интересно, я сейчас делаю. Это правда на качелях, вниз, чуть ли не головой. То есть на качелях это было, да? Да, на качелях. Потому что показывает состояние полета, как будто летишь над землей, где-то вот там, да, такое, да? Это вот эффект качели. Да. Ну как экстрим? Классно. Классно, да? А подружка попробует? Нет, я уже попыталась. Уже пробовали, да? Девочки, заходите на мой канал youtube.com/nilagurzu. Подписывайтесь, ставьте плюсики. Я вам сейчас предложу визиточку. Сейчас, одну секундочку. Да, пожалуйста. Вот вы себя посмотрите, я постараюсь с утреца уже разместить. Мне это очень-очень понравилось. Спасибо. Так, всех благ вам. Ну вот, я сейчас как бы... Уже второй заход. Ну, вот. Сейчас мы... Так. Мужчина тоже придерживаю, потому что он готовится. Он в этой маске. Окулус. Экстрим полный. Полный экстрим. О, вот так красиво держится. Стоит на площадке. Ну что? Супер, просто супер классно. Я сейчас стала как бы, у нас банзай, игровой центр, и вот у нас появился новый такой Oculus. Oculus. Прискоснись, называется, в будущем. Вау. Какая у него реакция, он как более выдержанный, такой прямо на таком напряжении, Как мне девушка сказала, что это качели. Какие карусели, качели, вот они летят. Ага, вот у вас, то есть... Это... Прикольно, вот так другие люди. А что это за игра? Виртуальная реальность. И
что там? Виртуальный мир. Одевайте наушники и погружайтесь в виртуальный мир. Вот это перед глазами 150 рублей. Это интересно. Девочка сейчас покатала. Да куда ж ты едешь, да? Ну, куда ты едешь? Ну, вы такой выдержанный, вы так это выдержали. Вы первый раз, извините, а? Молодой человек, вы первый раз, да? Вы первый раз на этом окулусе. Не, ну дух захватывает, серьезно. Захватывает дух, да? Да. Но вы очень выдержаны по сравнению с этой девушкой. Вы просто... Я думала, вы тоже будете... Я уже просто посмотрел, если бы я просто пришел... Ну вы молодец, вы мужественный, да? Я готовился, стоял, готовился. То есть это карусель, которая вот так крутится, да? Да, там все крутится, вот так вот. Классно, да? А вы, извините меня, ребята, а вы откуда приехали к нам в Гурзуф? Подмосковье. Подмосковье? Да. Город вообще... Ступино. Там? Город Ступино. Ступино, Ступино. Это немножко несколько часов, да, буквально? Нет, это Подмосковье. А, Подмосковье. Да. Ну, в этом случае. Я была в Туле. Ну, рядом. Я была... Да, вот это Ясная Поляна, где Лев Толстой, его имение. Вам нравится Гурзуф? Очень, вот так, очень. Классно, да? Вы первый раз приехали первый к нам? Раз, да. Ну, пожелайте вашим друзьям, всем родственникам, помашите в YouTube сейчас. Я буду выкладывать завтра, передайте всем приветы. Всем привет, кто меня знает. Да. Вот так вот приезжайте, все хорошо. Классно, да? Да. Ну, всех вам благ, ребята, чтобы вы хорошо отдыхали. Да, всех благ. Итак, дорогие мои друзья, ну что, я размещаю ваш... Окулус на Ютубе, да, отлично, вот так приезжайте, пожалуйста, на наш Бонзай, да, игровой центр, здесь очень много всего, вот там танцы у нас, ну, а вот это сегодня захватило мою душу, это интересно. youtube.com, Нила Гурзуф, подписывайтесь, ставьте плюсики. И приезжайте в гости к нам. Видите как, Подмосковье у нас отдыхает. У нас очень много отовсюду, из разных мест нашей огромной России приезжают гости. И из Украины, кстати, тоже приезжают к нам отдыхать. Это я уже знаю. И вот видите, я показываю вам такую картинку. Вот вы вот в этом виртуальном мире, да, вы будете там летать, ездить. Сколько здесь всего программ? 25 программ на выбор, да? Вот, пожалуйста, экстремал. Кто хочет? Дим, ты на уто летать сверху? Ну вот сейчас еще как бы третий участник выбирает. Интересно, какая у вас будет реакция? Девушка у нас диск такой устроила, а мужчина мужественный, молодец. Я не... А где же эти кабины были 3D, 5D? Нету. Без понятия. Здесь 25 программ, вот видите, вот. Мы их позакрывали, я не знаю. Вот у нас, ну, вот много программ. Вот это, наверное, между сейчас я подойду поближе и постараюсь снять. Вот. И, наверное, вот это. Вот видите, 25 программ. И выбираете, где вы хотите... виртуальную реальность попасть. Наверное, это, да, с башнями? Вот, да. Или вот сейчас молодой человек сейчас будет пробовать тоже. С башнями? Что он с башнями будет летать? Это как, он не на карусели, он же летать просто будет, да? Нет, кататься. А, катается. О, так это экстрим полный. Это классно. Сколько он идет? Минут 3? Ой, а мы 7 минут, казалось, ну, в этих 5D. Кажется, целая вечность. Это 5D, да? Кричи, если что, Дима. Вот так мы катались, стойкой. Мы на таких катались. Так, придерживать его надо, придерживать, да, он уже... подстраховывает. Ничего страшного. Ты не улетишь никуда. Интересно. Я снимаю первый раз. Вот у нас он первый, да? Да.
А вы откуда приехали? С Украины. С Украины, да? А я только что говорила, что у нас очень много приезжает. Вот, вот так, вот так. Приседать можно, да? Ну да, вот попросим вам нет, не приседайте. Ой, слушайте, да вообще. Ой, тут так смотришь, ой. Да? А на самом деле он там, внутри. Мама родная, это же не страшно. Я бы уже обещала. Я бы уже обещала. Дима! Ну каждый человек реагирует. Нет, это я не отпущу никуда. Вообще это срабатывает. Нормальная тема. То есть, ребята, я, наверное, тоже хочу попробовать. Так прикольно. Вот стопи. Ой, как классно! Ой, как классно! Мы смеемся, ему там не до смеха. Мы тоже так катались, орали. Это экстремальное состояние. Я просто пытаюсь сейчас это не его показать, а именно эту картинку. Ой, ура! Вау, вообще супер! Нет, ну жутковато, страшно. Согласитесь. Тут уже поближе к стеночке. А внизу океан? Внизу океан. Что такие эти самые? Вай! Началось. Сейчас начнется. Сейчас, говорит, начнется. Во второй раз страшнее. Вау! Ничего себе! Мне и тут страшно. Полетели! Это пропасть! Вы над пропастью прямо вообще! Тихо ты! Крепись, крепись, мальчик! Все! У тебя подстраховка есть. Сейчас выйдет вот так вот. Сейчас будет пропасть. Адреналин вообще летает. Поздравляю вас, вы мужественный. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо огромное. Мы смеялись, а вам не до смеха было, да? Ты шарал. Вот так только вышло, вот так. Ничего, в море завтра начнете, идите сейчас выступайте, успокойтесь. Вот так, дорогие мои друзья, приезжайте к нам в Гурзу. Приезжайте в это замечательное, чудесное, прекрасное место Гурзу. И на эту площадку Банзай игровой центр. И вот это у нас очень новая, классная штука. Экстремальная штука. Я влюблена в эту штуку. Заходите на мой канал youtube.com Мила Гурзу. Подписывайтесь, ставьте плюсики, лайки. Ждем вас, Гурзуха.